Всем привет! Я, как обычно, Ася Сергеева, в эфире. Очередной выпуск 50 самых ручных в Рунете. Тюнг. На сегодня особый случай. Мы играем мой собственный тюн. Авторский тюн, он называется I left and took my business somewhere else. Комментарии, как водится, излишни. На примере этого тюна я хочу показать вам, как с помощью музыки, с помощью аранжировки, построения композиции можно рассказывать истории. История, которую мы будем рассказывать в этой мелодии, достаточно обычна. И я думаю, многие из вас сталкивались с ней на протяжении своей жизни или еще столкнутся, может быть, не раз и не два. Это история о том, как тяжело бывает иной раз уехать. Сняться с насиженного места, забросить рюкзак за спину, захлопнуть дверь и не оглядываться. Перед каждым фрагментом я буду рассказывать, что именно происходит в мелодии или в вашей голове, в моей голове в данный момент. И я думаю, эти подсказки помогут очень легко и быстро выучить этот тюн, тем более, что и мелодически он достаточно простой. Представьте себе, что вы сидите где-нибудь у окна, за столом и взвешиваете шансы. Такое часто бывает с нами. А вот что было бы здорово взять сейчас и уехать за 3-9 земель. Сменить имя, сменить страну, сменить образ жизни, начать что-то новое. Вот мы думаем об этом, и мысли плавно перетекают с одной возможности на другую. И в этот момент мы еще понимаем, что ни на что не готовы решиться, но мысли щекочут основание черепа. Мы не можем перестать думать об этом. Ну, примерно так и начинается эта мелодия. Но прежде чем начать, некоторые ориентиры. Итак, тональность ля минор, до мажор. Размер 4 четверти. Я играю где-то в темпе 114-116, иногда мне кажется, что это слишком быстро. Теряется внутренний ритм, поэтому если хотите, можете играть его немножко помедленнее. Поехали. Первая часть вступления состоит из нескольких кусочков, очень похожих между собой, играемых левой рукой. Послушайте. Итак, ля ми до, си, фа до ля, соль, ля ми до, си, фа до и ля фа аккорде. Тренироваться с метрономом. Я хочу только сказать, что для этого тюна и для многих других, которые мы будем учить дальше, очень важно научиться делать вот этот вот вид аккомпанемента, большие арпеджио с возвратными нотками. В этом конкретном тюне таких будет очень много, почти весь аккомпанемент на нем строится. И в принципе это красивая штука, которую можно использовать, играя разные мелодии правой рукой. Рекомендую сразу что-то делать это лево, потому что, да, наверное, можно было сыграть так. И только потом уже подключать правую руку, когда ей нужна будет мелодия, и влево играть более развернутый аккомпанемент. Но зачем? А лучше учиться сразу делать вот эти длинные пассажи лево. Продолжаем играть первую часть.
Начинаем из-за тарта с правой. Никаких отклонений. У правой своя мелодия. Отдельно покажу ее, но отдельно учить не надо. Вместе. Второй кусок этого квадрата, начало такое же. Соль. На всякий случай для тех, кто не поймал мелодию в правой, назову нотки. До си. Целого квадрата мелодии два раза, то есть еще раз повторяем. По поводу последних нот в левой руке, я думаю, необходимо небольшое пояснение, да? Вы видите, что ритмически вот эти вот иногда отличаются от того, что идет мелодия, иногда они чуть-чуть запаздывают, все чуть-чуть запаздывают. Иногда играется чуть раньше. Это уже на ваше усмотрение, как бы, как вам лучше слышится мелодия. То есть подчеркнуть ее левой рукой в той же точке или на 1/8 позже. Это тот самый момент, который можно играть по-разному. Что-то вроде обстоятельств, то, что мир меняется, мы меняемся, и те возможности, которые казались такими возможными, становятся почему-то более реальными, и мы понимаем, что вот-вот что-то изменится, нам придется уехать. Чисто музыкально, что здесь происходит? Мы немножко дрейфуем. Я бы даже сказала, почти дрейфуем в другую тональность ми-минор. Все аккорды, которые здесь происходят, это аккорды ми и ре. Причем ре мы играем без торцового тона, поэтому я не могу точно сказать, что ре мажор или ре минор. Судя по мелодии, скорее ре минор, но никогда нельзя быть полностью уверен. Поэтому тоже постарайтесь не трогать торцовый тон. Потом си-ля,
левый аккорд трейля ре, в правой фа ля до. Еще раз. Дальше похожая конструкция. Си, до, си, ля, соль. И вот мы дошли до очень интересного места. Там, где ритм начинает немножечко меняться. И здесь мы будем вспомнить то, что мы делали в считали более мелкий бит. Здесь у нас 4 четверти, поэтому считаем основным четвертями. Здесь перейдем на 8 восьмых и будем считать по восьмушкам. Ритм получается 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Как это все выглядит вместе? Что там за ноты в этом пассаже наверх? Ми снизу, ми соль в правой, фа, фа ля, соль, соль ля си. Думаю, довольно понятный момент, но вот попробуйте потренироваться под метроном весь кусок и отдельно пассаж подъем. Почему главное, спросите вы, по степени запоминаемости. Она обладает какой-то совершенно невероятной привязчивостью. Когда я писала этот тюн, потом играла на концертах, потом приходилось целыми неделями трясти головой, чтобы выветрить его из ушей. И я думаю, что когда вы будете его учить, то вот этот вот фрагмент обязательно зависнет в голове. Что здесь происходит? Ну, когда я себе представляю все это, то вот это вот уже как раз момент выбора, принятия решений. Мы закидываем вещи в сумку, мы одеваем рюкзак, собираемся выйти из дома и понимаем, что мир уже не будет прежним никогда. И сколько бы раз мы не возвращались, все равно вернуться не получится. И все эти мысли, склеивание прошлого с будущим, с настоящим, и весь этот далекий шум тех дорог, которые нам предстоит пройти, вот все об этом. В то же время, поскольку дороги у каждого свои, я знаю, какие дороги у вас. Но я думаю, что вы их узнаете. Для начала покажу мелодию. В отличие от предыдущих частей, она достаточно легко вычиняется тут. Ее можно учить даже без левой руки, и она приклеивается намертво, как я уже сказала. Итак, до, си, соль, ля, до, 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 до. До, си, ре, ми, соль, ре, до, си, до, ре, ми, соль, ля. Си, до, ре, ми, фа, ми, ре, си. На всякий случай еще разочек. Помедленнее, без подсказок. Те, кто просматривает этот курс по хардкору, слушают сюда.
еще раз медленно с подсказками. До, си, соль, ля, до. Ну, я рекомендую играть аккордами фа, ля, до. До, 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 соль, си, ре. До, си, ре, ми, соль, ре. До, си, до, ре, ми, соль, ля. И дальше простой подъем наверх. Си, до, ре. До, ре, ми, ре, ми, фа, ми, ре, си. Думаю, что мелодия уже запомнилась. Теперь что происходит влево? Вы, наверное, заметили, когда смотрели первое видео, где я играю этот тюн, что до момента вот этого основной мелодии я практически никогда не захожу в аккомпанементе ниже ми. Не случайно, именно в основной мелодии нам нужна вся мощь аккомпанемента, на которую мы способны. То есть все наши басовые ноты, все наши очень громкие ноты. Он должен сметать все на своем пути. Это настоящий форт. Что там происходит в аккомпанементе? Ля. Небольшая перегрувка, которую мы делаем. Раз, два, три, раз, два, раз. Тоже рекомендую учить его под мелким метроном. И на следующую семидор. Небольшой аккорд наверху. Он не является обязательным, иногда я в этом месте просто щелкаю пальцем. Что-то вроде запятой, точки запятой для дальнейшего тюна. Второй круг. Там все те же три части. Первая часть, бриджевая часть, главная часть. Потом возникает интересная дополнительная мелодия, но мы о ней поговорим чуть ближе к этому моменту. Так, есть ли какие-то отличия во втором прохождении тех же самых трех частей? Зависит от того, что вы пытаетесь сказать. Я обычно играю первую мелодию, во второй раз более замысловато, то есть приделываю там какие-то хвостики. Очевидный способ сделать это немножко продлить мелодию, например, вот так. Соль ми, ре ми, соль ми, ре ми, ре ми фа.
на тех же самых аккордах, там, где у нас в первой, обычной первой части, было просто пустое пространство, закрытое левой рукой. Еще раз покажу, как это выглядит все вместе. Я рекомендую вам придумывать свои варианты здесь. Единственное, что должно быть, это не должна быть какая-то очень яркая, очень хорошо запоминающаяся мелодия, которая перетягивает на себя основное внимание. Нет, что-нибудь простое, незамысловатое, с украшениями. По духу здесь должно получаться что-то в стиле таких вот навязчивых мыслей, размышлений, которые очень хочется выбросить из головы, они снова лезут в череп. Ты снова и снова думаешь, ну что-то надо делать по-другому. Наверное, я мог бы что-то делать по-другому, но не в смысле даже ожидания, как в первой части. В смысле того, что ты чувствуешь, что уже что-то сдвинулось, что-то меняется. Еще пока не можешь понять, что с этим делать. Итак, переход на бридж во второй части. В отличие от первого прохождения мелодии, здесь есть смысл покрепче склеить первую часть и вторую часть бридж. Например, вот таким образом. Играю с конца первой части, переход на бридж. Больше арпеджировать аккорды. Должен получиться просто более плотненький по звуку. Какими средствами? Какими хотите. Очень легко потерять ритм. Вот мы снова выходим как раз на основную мелодию. Я думаю, что вы ее уже запомнили. То же самое играете, так же, как в первый раз, но еще громче. И еще сильнее берете басы. Если в тот раз был громкий, то это должен быть еще громче. Аккорды те же самые. Да? Можете побольше попробовать поиграться с ритмами здесь. То есть в те пустые пространства, которые остаются у правой, вставить короткие аккорды левой. В целом должно
должно быть ощущение непрерывного движения большого количества звука в этой части. И вот мы наконец подошли к новому фрагменту, такого у нас раньше не было. И его музыкальное отличие прежде всего в том, что появляется очень сухой, жесткий ритм. Я рекомендую в этой части делать максимально сухие гашеные ноты. Такой, знаете, звучок как, почти как на бас-гитаре. Если говорить о музыкальном ощущении, что мы здесь пытаемся показать, то для меня это выглядит примерно следующим образом. Вот мы тысячу раз подумали, приняли решение, понимаем, что мы уезжаем, мы не вернемся. И вдруг в какой-то момент мы выпадаем из своих мыслей, понимаем, что мы уже сидим в поезде, и поезд отдаляется от платформы. И вот этот вот ход. Призван показывать движение поезда. Стук колес поезда. Правая подчеркивает. Если говорить про то, какие ноты здесь возникают. Ну, давайте сначала слева это просто ля, фа, соль, ми. В общем-то, вся пьеса на этих аккордах и строится, но на всякий случай сделаем вид, что мы сильно удивлены. Теперь правая. Правая повторяется. До ми, до си, до ми, до си, до ми наверх, ми, до си, ля. Итак, мы повторяем целый квадрат. В левой руке мы считаем раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Если бы мы немножко по-другому ставили акценты, это было бы танго. Поэтому я прошу, танго здесь пока не надо, танго с поездом это. Можно написать такой тюн, но это точно не сегодня. Поэтому стараемся играть их ровно, сухо. Очень конкретно. И здесь ни в коем случае не набираем на громкость правой руки. Она поддерживающая. Левая сухая, спокойная, правая тихая, поддерживающая. Эта часть по контрасту с предыдущей, мощной, мясистой, с большим количеством нот, должна быть очень аккуратненькая. Сухая, с постепенным крещендо. Советов.
области аккордов. То есть мы играем более широкие, расширенные аккорды, но в той же самой ритмике, которая была задана сухим движением аккорда. Мелодия вначале повторяется, тот же самый ход. Местами. Мы уже там, уже уехали, мы уже ушли, и вот ретроспективно вспоминаем то, как мы думали, там вот было бы здорово уехать. Может быть и здорово, но сейчас уже ничего не изменишь. И мы подчеркиваем это, отправляя главную мелодию в верхний регистр, там, где у нас раньше жила мелодия побочная, первая мелодия, мелодия размышления. Играем ее максимально нежно, ласково, грустно, с не очень активным аккомпанементом. От этой мелодии играть ее не точно так же, как мы ее обычно играли в этом регистре, поменять некоторые нотки, например. Да, то есть вместо середины соля сыграть ре ми. Оба раза или один, например. С аккомпанементом, чтобы было понятно, что я имею в виду. Ну и так далее, да? То есть, как вам удобнее. Второе прохождение мелодии играю уже на старом месте, со всеми теми же прибабасами, которые мы играли в предыдущие разы, то есть мощно, громко и сочным аккомпанементом. Если вам кажется,
чтобы уехали как-то по-особенному неудачно. И вам особенно тоскливо, можно сыграть. Мягкое, ненавязчивое повторение темы поезда на нижних нотах. Берем только сильные доли, в отличие от основной темы поезда. И очень громко. Едва слышная правая рука. Так можно играть долго. В конце концов, можно закончить каким-нибудь не очень очевидным аккордом, например, ля ми ля си. Большое спасибо всем, кто смотрел это видео. Я надеюсь, что у вас получится сделать версию не хуже, я думаю, что гораздо лучше, чем моя. Более того, поскольку это мой собственный сон, и у меня довольно сильно, даже излишне сильно развито авторское самомнение, я предлагаю вам небольшой конкурс. Записывайте этот сон, присылайте мне видео, и первый, кто это сделает, получит от меня небольшой подарок, который я готова переслать любой город России и, ладно, не только России, за свой счет. Какой подарок это пока останется тайной. Небольшой приятный сюрприз. До встречи! Очень приятно было вас видеть. Точнее, вы меня видели, я вас не видела, но я вас воображаю.